Итак, у нас сохранилось то, что мы делали на прошлом занятии. Давайте продолжим. Нам нужно сделать для того, чтобы получилось сделать rotate, использовать функцию pushMatrix. То есть мы берем и переносим, у нас же идет относительно начала координат вращения. Да. Мы просто берем и перемещаем систему координат. Ух ты. Это нам нужно записать. Или это нужно в сетап? И, кстати, у нас получается тогда Rectangular будет иметь первые две координаты не 220-220, а минус 30-минус 30. Остальное 60-60. Да, 60-60 остается. Теперь давайте заходим. Давайте учиться искать для того, чтобы в случае чего мочь найти самостоятельно. Заходим на processing.org и в поиске вводим. Можем ввести, например, rotate. Дальше у нас ниже. А, вот. У нас, видите, есть translate. Смотрите, у нас есть translate. Видите? Examples. Ой, не об этом translate. Нет, я о том, что у вас прямо в самом верху. Вот это. Прямо в самом верху. А вот translate. Да. Вы можете использовать это. Да. Копировать. Вставить. Прямо перед rotate. Нет. Прямо перед rotate. И сделать там, где width делить на 2 и height делить на 2. Можно было бы использовать 250-250, но давайте оставим. А. И давайте пробовать. Да, пошло. Ага. Зажатую клавишей не работает. Как это зажатой клавишей сделать? Это нужно маус пресс. Он же у нас есть, но... Ну, это уже другая история. Давайте сейчас разберемся с другим, о чем я не успел вчера поведать. Ну, что я не успел вчера вам додать из-за того, что у вас включился свет. Да, да. Так. Мы пробовали сделать таким образом, чтобы у нас были кнопки. Да, то есть сделать хотели, интерфейс. Да. Для этого мы перетранслейт. Делаем два эллипса. Например. Которые будут справа снизу и слева снизу. Соответственно, они у нас будут... Я помню, вот. Что 30 отступ был снизу. Сначала у нас... А, да, у нас 30 на height минус 30. 25-25. И второй у нас с другой стороны. Это получается, если тоже 30, да? Потом идет height. Так.
Ну если... и, соответственно, width минус 3, то второй нам не нужно повторять. Нет, height у нас, высота-то у нас остается. У нас изменяется положение по x, ведь. Верно? Так, у нас как идет? Положение 30 оставьте, сделайте перед ним weight минус. Width минус. Не, в иксе. А-а, не туда. У вас... У нас x, я забываю, где... У вас первое значение 30, оно за что отвечает? За x положение. Ага. Первая 30, которая до запятой. Угу. Вот это x. Вот это y. Да. И вот этот x нам нужен не 30, а width минус 30. То есть ширина минус 30. Чтобы... Зачем 30 удалять было, не совсем понятно. Ну ладно. Можно было дописать дополнительно. Так, height. Ну, теперь height минус 30, 25, 25 оставляем. И давайте пробовать. Посмотрим, как это выглядит. Выглядит. Только давайте сделаем 50-50 размера, не 25-25. Это раз. И два у нас, если посмотрите... все еще не зависит от того, нажали мы на кнопки или нет. У нас зависит от того, на какой половине мы нажали. Да, это у нас... Соответственно, нам нужно вот здесь это прописать в MousePress. Нам это нужно прописать в MousePress. Те же самые данные? Нет. Мы меняем if. И можете не стирать. Смотрите, что мы меняем. Мы, во-первых, меняем. MouseX должен быть меньше, чем 30 плюс 25. 55. And width нам здесь не нужен. Width нам понадобится во втором if. Здесь у нас еще MouseX. Больше 5.